Земляне, вас приветствует командир Международной космической станции Федор Юрчихин. Как вы знаете, космонавт – это очень сложная, очень ответственная и опасная профессия. Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть. Но сегодня исключительный день. Ведь вышла премьера серии «Маши и Медведя», и она космическая. Мне повезло посмотреть одним из первых новый эпизод «Есть контакт». Машу смотрит весь мир, и Антарктика, и даже Ватикан, а теперь и в космосе. Приглашаю. Сидеть.